Ёбан-бобан. Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Фрейда Висплей. Да, я знаю, что это не с самого начала все началось, но по-другому, увы, не получилось. Так что приятного просмотра, мы продолжаем. Ай-яй-яй! О, жопа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра! Хуак-хуак, ух ты! Хуак! Хуак! What the fuck? Look. И чё? Ага. Вон оно как. Стоять. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Ой, нихуа-хуа. Все отлично. Окей, найдем. А ёб твою мать. Где шо оно пирикает? Хлок, 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 хлок. Ага, хлок, хлок. Хопля. 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 Опять туда. Нема? Или есть? Тараканы всякие. Ладно. Что тут? Ага, на какую-то херню. И народ там, походу, требует еще кое-что. Ага. Кое-что. А что? А что, что, кое-что? Тут есть кобелек. Кобелина тут есть. А туда я не залезу, да? Да, туда я не залезу. Тут ничего нет написано. Ничего. Ладно. Давай я вам сейчас жилку. Угу. Опа, здрасте. Забор покрасьте. Фу-фу-фу. Восемь, восемь, ноль, один. Надо запомнить. Туда не полезть. Почему? А чё тут? Да нет. Тебе значок, да.
Да ладно. Мне что-нибудь план, да. Да понятно. Шоссе. Я тебе не имею как выбраться из этого места. Хорошо, мне нужна. Я вижу людей таких в костюмах. Они прямо... это понятно. Это было дети. Да, говорил, что случилось. Да. Все у нас отлично. Так, давай, а где нам нужна такая штука? О, с батареей отсюда, не? Ой. О, нас застали. Эй, осторожно, я дефлюксором. Ё-моё. Он взрывает? Зурга? Гигабайт-электрическая. Собственно, его создать. Ой, найди то, принеси то, принеси это, найди то. Генератор. Извините, это не видео. Мне бы найти генератор бы. В принципе, для себя, не для тебя. Мне просто нужен генератор. Чё ты? Ёпты. Ничего. Тут тоже ничего. И тут не выйти. Это смотри, Том. Осмотрел. И толку. А вон та батарея, да? Угу. Хоть знаю, как она выглядит. Так, подожди, а где он делся? Фу-фу-фу. Вот уже предохранитель. Он повезет. Ага. Отлично. Получил интернет. Не, это включено. Отлично, просто шикарно. Возвращайся, удачи. Спасибо тебе большое, давай. Шикарно. Откуда их ждать? Отовсюду, я так понимаю, да? Это меня надо включить и валить нахер. Так, а текать надо, ёпты. Прекрасно, конечно. Ёпты. Прикольно. Не очень уж прикольно. Ой. Слышь, ой, куда мне? Не сюда. Не сюда. Ой. Что я заблудился, не понял. Не сюда, правильно? Чё тебя штырит? Это я понятно. Видишь, какая мощная штука, дефибрилятор. Он точно... Да.
Пойди, возможно, я смогу высунуть фиолетом в эту дыру. У-у-у-у. Шикандозно. Сработает дефлюксор, установлен на твоего. Ага. Но не предназначен для работы так быстро. Для работы вот таких маленьких источников питания, если использовать его слишком часто, он может сломаться. Не-не-не. Только помни, это не игрушка. А теперь пошли. Пошли. Куда идем? Куда мы? Блин, чувствительность, обалдеть. Ой. Здрасте. Не что все злые, чтобы вы не видели. Где же? Отлично. Шикарная штукенция. А что мне делать вообще? Типа я тебя сопровождаю? Отлично. Отлично. Шикарно. Так. Да ёпт. Да чтоб тебя, душу мать. Да ё-моё. Хобана. Why? Охренеть, чуть не обосрался. Все? Погодите. Смотри, чувак. Еб твою медь. Это до хера. Охренеть. Кого как? Кого придавило?
5.25, да? На УИ, давай. О, годится, вернулись. Хе. О, как бывает. Я думаю, эта палка опять стукнет. Спасибо, что спас доктора. Маленький друг. Дядя. Можем взять этот пор звуком. Да-да-да. Мама ждет тебя. Окей. Доктор выглядит счастливыми, кажется. Да-да-да. Ты что творишь? Где этот самый? Он сюда показал вообще? Нет? Ага, вон он. Все, поплыли. Валим отсюда. Пакетик. Походу передатчика. Чего? Передатчику не будешь брать? Это ж передатчик. Ну ладно, не хошь как хошь. Ты все залепилось. Ой, я понял, мне надо будет бегать самому все открывать, да? О, портянки тут забыл, или труселя. Буду надеяться, что это портянки, а не труселя. О, здрасте. Не, не лопаются. Там же этот самый. Ладно. Все? Все, да? Микробы.
Чё ты езду? Поехали. Чего? Я никогда не отходил так далеко. Вообще отлично. Какой туннель еще. А чё ты? Табло. Что за табло? Это ты куда смотришь? А? И что у нас тут? Поломано, ж красное. Обычно, когда красное, что-то не работает. А, ну да. Тут так же. Все эти старая техника вышла из строя. Да, думаю, откроется, можно только вручную. Шикарно. Прекрасное предложение. Ничего нет интересного, да? От слова совсем. И что, реально может открыть? Ни хрена себе ты, крепыш. Ого. Офигеть. А, даже так. Ух, я могу пойти с тобой, но ох. Я не перестану искать выход. Запрыгивай. Ёбан-бобан. Вот это вообще нежданчик. Чтоб ты пошел со мной. Если честно. А тут же вода. Не, нормально. Ой-ой-ой. Тут походу надо бежать. Пизда. Пизда ролям бачок потик. Не, нормально. Нормально. Все нормально. Чмех. 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 Не видно ни хера. Чмех. О, тут такой вот я сорвался. Нырнул. В пучину бездны и отчаяния. О, мне назад некуда, да, отойти? Мне пердец будет. Еба. Ебобан-бобан. Шо робить? Ваааа, идите нахер. Лопни нахер. И ты лопни. Охренеть.
Ой. Сука. Придется так мучиться. Это будет жопа, реально. Еба. Просто толпень. А что тут? А тут, в принципе, нам сюда не надо. Лопни нахер. Тихо, тихо. Угу. Лай! А, ёпты. Поломка. Потеря. Ёбана ты на. Сука, катапульта. Охренеть. Шутите. Что произошло? Побежали нахер. Куда бежать? Пошел ты в очко. Ого, глаза какие-то. Нихера себе. Движняк пошел. Вай. Вот это движ. Я опять, да сколько можно? А это еще и глаза. Ебать. Ага. Тихонько, не спихуевать. Прям музыка напряг. А те глаза открылись? Блин. Тут это немерено. Ох, фартануло. Ага, одна часть. Твою медь. О, шикарно. Сука. Не поможет, да? Блин. Вай. Сука. Мавашу. Вай. Сука. Ой, ё-моё. Понабегала. Инвалиды. Ух.
И ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ля-ля-ля-ля-ля. Толпа. Годится. Сука. Глазастое говно. Вау! Ёпшала мать. Чуть не откинулся. Фух. Охренеть. Ой, ёб твою мать. Ни хрена себе глазище. Ни хрена себе. Глазёнище. Ёпресеты. Я сам в шоке, поверь мне. О-о-о-о. Жопа, да? Это самое, там кота спиздили. Давай, хапай его и текай. Валим нахер. Делаем ноги. Я без фонарика. Мало то, что без фонарика, так еще и без этого самого. О, прекрасно. Здрасте. Идите в жопу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нахрен. О-о-о-о! Тихо, тихо. Все нормально. Все нормально. Я успею, я успею, я успею, я успею, я успею, я успел. Ну, если бы не успел, это был бы не тот самый, не тайм. Ну и. Ты чё, сдох? Вставай давай. Было темно. Ты охерел, я чуть не сдох. Не даже. Нельзя, нельзя. Перегорел, было в жопу. Так. Ничего интересного, да? Ирак. Чё ты? Бля, за... Что такое? Фу, опять говно. Опять канализация. Ну что такое, сука, можно? Ага, дырка. Бля, даже не зацепил. Ты как так-то быстрее, чем я, а? Я там такое пережил. Там охренеть было чё. А, ты вообще был один какой-то. Шо?
Рабовеник. Рабовеник, блин. Ага. Он отрузил себя компьютерным. Он при запуске что-то пошел. Не так, не знаю. Пока непонятно, мой код. Маленький код. Сканирую его. Эй, это был я. Я был тем ученым. Я был человеком. Я? Дай мне минутку. И что это? Ну так аж. Дай минутку, я сейчас не знаю. Ну хорошо, ладно. Так а... Ему думать теперь надо, решил. Чувак. Вы не говорите, да? А, типа я не могу сейчас поговорить с ним. Сорян. Я, может быть, не хотел. Это шо? Никто не обращает внимания, да? Тому по кайфу вообще капец. Ну, бывает, мужики, извините. Он тут спит. А куда мне идти? Не понял ничего. Не мяукай. Шо там? Раздуплился? Если был, ну давай. У меня же даже должны быть родители, друзья. Что с ними случилось? Я хотел открыть город. Но остался ли хоть кто-то, кого я могу спасти? Ни хрена, все роботы. Ты можешь говорить, да? Нихера. А куда мне туда? Это тюб на это шо я-то думал это что-то как-то повлияет на что-то, а если все сигануть металлолом, а шо мне с тобой я не поговорю, да? Нет. И с тобой тоже. Чё мне надо сделать, алё? Я что-то ни хрена не понял. Храпака даю. Музыка. Ну ладно. Да ёлки-моталки. Что мне нужно сделать? Сюда нельзя. Сюда нельзя, поговорить нельзя. Это ничего нельзя сделать. Этих я уже достал. Ты чё, завис? Ай, шикандос. И взять не могу. Надо не забыть, что тут можно взять фиолетовое растение.
А ну а если тут сделаешь что-нибудь? Не проснулся, ну ладно. Тут я тоже был. Ядрите тебя, башка. Ядрить тебя в корень. Ага. Вот это снизу. Я вообще запутался. Я не знаю, что мне сделать. Опа, здрасте. Неужели? Что это? Чё? Балтазар, это что здесь это на самом деле? О, это ты. Ты был снова. Понятно. Понимаешь, малой дока. Аутсайдеров я случайно по ним. Память о них снова остался. В трущобах я слышал, ты смог найти дока. Нахрена, ты все знаешь. А, секунду. Она сейчас умрется, если ты все еще хочешь найти, ну, видимо, ага. Вот, возьми напиской видеоадреса на фотографии. Ага. Смотрите, что вопроса. Попасть в Мудтаун. Вот, в Мидтаун. Надо подняться на самую верхнюю. Нужно... А не забыть взять цветок. Спасибо тебя, Павел. Если будет все здорово, синий, приходите. Я вернусь к тебе. Я тоже верю в себя. Извини, что отключил раньше. Так, я человек, возможно, последний в мире. Смотрите, что осталось. Я так не знаю. Клементина, вдруг если бы мы нашли ее, то мы сможем остановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз, просить, как она или отправиться дальше. Вот там. Буду здесь. Я называю жизнь до сих пор. А тут ничего нет такого, и такого особенного. Так, а где там дерево? Здоров. О, привет, он и здесь. Их энергию. Бегали бы. Да. А, ну да, логично. О, когда я вырос. Сейчас я не комментирую. Кстати, следователям, как она покидать. Почему? Почему? Чувак. Хре, Александр, хре. Подожди, где-то вот тут дерево. Да свалим. Давай, 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 давай.
Опа. Годится. А еще есть где-нибудь? Нет? Может, пригодится для Клементины, да, этой. Мужик. Весело. 8 раз. Шикандозно. О, чувак. Я могу скинуть те бочки, еще эти самые банки. Слышишь? Можно попробовать. А не запрыгнет, да? Никак. Нет. Опа. Чпунь. Обожаю запах этой краски. Та, мазефака. Девятьсот оттенков, молодец. Так, ладно. Наше следующее приключение — подняться в Мидтаун. Ёба народ. Извиняюсь за выражение. Оказывается, мне надо подняться, а не спуститься. Подожди, подняться. А как подняться? Слышь. Первый день сотворил, ну ладно. О, чувак. Падающего мусора. О, могучая бетон. Чмех, 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 чмех. Так, а как? Чмех. Ага. Вот так вот. Не понял. А, понял. Хопа. 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 Выше. Все выше и выше и выше. Идем мы в облака. Че к звездам кто там, я уже не помню. Ух, ебать, высоко нахер. А немножко-то дергается. Еба, высота. Фото? Не? А что надо? Какой-то ток надо. Смотри, станция метро.
Я совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Каждое утро прощаюсь с семьей. Я помню. Я делал это для них. Но их уже нет. Это было так давно. Они хотели увидеть аутсайд. Как меня задолбали эти самые. Но разве это теперь? Ну, не важно, да. Да, что с ними стало? Так, пофиг. Наверное. В любом случае, мы уже на день. У нас есть фотография, давайте посмотрим. О, натуре, фотка. Отсюда. Помощь, да, хорошо, я понял, фотографию давай. А, смотреть. Подожди, не понял. На этой фотографии изображена. Она сказала нам найти. Так, она об этом второй также написано ряд символов. Я понимаю. Где показать фотографию? Ну, прекрасно. Осмотреть. Ага. И шо? Ну, ряд символов. Хорошо. Да это понятно. Так и чё? А, типа эти символы должны... Прохавал. Тут ничего, тут ничего. Ладно, тихо. Подожди. Ля прикуляха. Ту-ту, ёпты. Ага, ничего, ну ладно. Так, символы, символы, символы. Символы. Ряд символов. Опа. Кто здесь? Опа. Здесь так мало книг. Если это понятно. Я знаю некоторые из них, но не уверен. Помню, ничего с вами не было. Так, это было так. Ощущение, читай книгу, это понятно. Проведение времени. Давай. Кью. Потрёмся немножко. Да чтоб тебя. А тут ничего не будет, да? Страшно очково. Ух. Ля. Ну, сорёныш. Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой ограниченной жизни. Ага, был. Ух ты, который час? Ух ты, ёлки-палки. Просьба. Ага. Ага. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хопа-хопа, ёпт. Ага. И нихера нет, да? Сейчас.
Так не прикольно. Мидтаун. Так. Мидтаун это хорошо. А где? Ага, вот. Резиденция, магазин. Резиденция. Нам резиденция надо, да? Первая резиденция. Бля, какие роботы. Ничего себе, вот это да. Я шлем. Вот это оно, не? Не. Это бар. Так. А это шо? Ага, жратва. Давайте. Шевелюра, конечно. Мусорят. Слышь, надо поговори со мной. На шагу дальше. Да это понятно. Такое. Закрытая лиза. Хорошо. На машину все запомнили? Сюда, естественно, тоже нельзя. Ладно, где эта резиденция? Я не понял. Это что такое? Спит? Вообще охренел. Бля, дрыхнет. Так, это у нас... Что такое? Не понял. Ну, резиденция. Это вот это оно, типа? Или вот то все-таки? А ну, бармен. Да ничего, мне не надо наливать. Я видел эту девушку раньше. Она живет в резиденции. Ой, ну ты парень, блин, молодчага. Так где она находится, эта резиденция? Ты мне скажи, пожалуйста. Я-то понимаю, что она живет в резиденции. Где эта резиденция, блин? Вот это она получается, да? Вот тут-то типа. Что там? Хрена себе у тебя локаторы. Слышь, мужик, а ну. Понятно. Нам очень скучно с этих пор, как стражи установили камеры резиденции. А как тут залезть? И чё? Турун-тутун. Одна есть, где ещё? А, вон ещё одна.
Ёшала мать. Прикольно. А где еще одна? Тихо, а где третья? А, вот двери. А где третья, не понял. Чё ты, ну ты посмотри. Где вы ее сховали? Что за ерунда? Раз. Где-то тут... Где-то третья есть. Где третья? А, вон она. Ёлки-моталки. Ломаю имущество государства. Что поделаешь? Такова жизнь. Да прыгай, ёб ты коштяра. О, движ пошел. Ни хрена себе. Вот, держи приз, давай. Кассета. Так а шо? Прикольно. Эта кассета песня называется «Моя видеокарта». Кричит и кричит. Судя по зоне, музыка должна быть громкой. Так, ладно, мне нужно, получается, вот это. Три сверху и красненькая снизу, да? Три сверху. Все не то, наверх. Нет. Нет. Не понял. Три, четыре. Опля, здрасте.
Фига себе, оранжереи. Слышишь? Чего ты хочешь? Ничего не хочу. Как все запущено. Да, я там был. Атомная батарея. Атомная батарея. НЭК. Ага, на заводе есть одна из них. Мне нужно пробраться на завод НЭК. Проводку, наверное. Золото. Будет легко пробраться на завод. Понятно. Короче, пробраться на завод и взять эту батарею. Ничего нет такого, да? Да, ничего нет такого. Тут. А чё ты? Сейчас. Ох, ёпта, не сусит. Наверное, с ним будет жопа. Так, завод НЭК. Завод НЭК. Надо закругляться уже. НЭКа. Корпорация НЭКа. Туда. Че за? Не сюда. Ага. Сюда. Ага. Я таки. Парень. В куртке. Боба. С клубом? Каким клубом? Вашу мамашу. От верблюда. Наверное. Атомная батарея, да. Батарея питатка подвоза. Ничего себе. Не поверил, слегка на все. Так это если я заберу батарею. Я вы сиди. Тихо. Пищи мне. Рабочего.
И каску рабочую. Хорошо. Так. Все, на сегодня, наверное, хватит. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи. Берегите себя.